Всем привет, ребят, вы на канале Валидолек, и мы продолжаем играть в SCP-RP. Сегодня мы продолжим играть, ну не как продолжим, постараемся еще раз попробовать поиграть за научный отдел, так как в прошлой части у нас не получилось протестировать нормально сотрудников класса D. Ну, особенно вот на таких частных серверах, например, вот сейчас я играю на зоне 81, да, мы сегодня будем играть на... Наконец-то не в публичном сервере, так как, ну, посчитал, что там будет опять, как всегда, хаос, все будет портить, и поэтому я решил играть на зоне 81. Сразу хочу сказать, что, ну, по подписчикам у меня как-то, ну, не знаю, очень мало идет, особенно с того момента, как я вот посмотрел, и вот анонимный фон, не знаю, знаете ли вы, но вот Джан Калус точно знает, он в комментариях у меня иногда пишет. У анонимного фонда, знаете, он играет с телефона, про SCP-RP тоже играет с телефона, блин, что несу. Короче, с телефона он играет, и у него просмотров больше, чем у меня. Почему так, я сам не знаю. Видимо, он теги какие-то добавляет или нет, но... Почему-то у него просмотры нормально идут, а вот у меня какое-то говно. Вроде у меня, я не знаю, я вот, мне вот батя купил новый ПК, хороший прямо, прям на нем хорошо записывается, но почему-то у меня подписчики не растут. Не знаю, я вот теги тоже добавляю, пишу, но все равно подписчики не, ну, так что, ребят, можете, я вас попрошу о просьбе, ну... Сказать своим друзьям, не знаю, родственникам, бабушкам, дедушкам, котам, собакам, кому угодно, короче. Ну, чтобы подписались на мой аккаунт. Ну, кто любит, ну, такую тему про SCP-RP, можете, короче, посоветовать им, что есть такой канал, как я. И пускай смотрят, не знаю. Ну, вот просто поддержать меня, потому что, ну, обидно как-то, что у меня просмотров мало. Подписчиков, ну да, в комментариях, конечно, есть люди, которые смотрят на меня. Ну, например, вот... Все ники, я вот так буду его называть, так как у него... Да, привет тебе, кстати. У меня... У тебя там просто этот... Название канала просто длинное, поэтому просто буду называть тебя все ники. Извини, если обидишься, ну просто. Ну вот. Также, что еще бы хотел сказать. Да, знаете, у меня в подписчиках одноклассник Глеб. И он с двух аккаунтов мне пишет под прошлым видеороликом, где я про МОК Эпсилон 11 снимал. Он пишет: «Круто, и снимаешь как Ивангай». Не знаю, я вот с этого угарнул. Либо он надо мной прикалывается. Кстати, да, на СТЕ его аккаунт. Могу тоже ссылочку оставить в описании. На анонимный фон тоже оставлю, наверное. Вот. Посмотрите на него, да, кстати. И поугарайтесь меня, почему у меня так... Такой низкий аккаунт. Да, кстати, ребят, когда я еще снимал, у меня старые видосики есть. И у меня там монтаж, вы увидите, не знаю, кто-нибудь... Ну, кто посмотрит на старые видео, у меня там есть монтаж. Я иногда там что-то удаляю, выделяю, что-то так, да. А вот сейчас я не могу, потому что у меня сейчас монтажера нету, поэтому я вот сейчас буду... Извините, ребят, если вам плохо смотрится, сразу извиняюсь. И да, у меня еще эти превьюшки тоже не особо крутые. Ну, и я ничем не выделяюсь, но просто хочу, чтобы вы посоветовали своим друзьям и посмотрели, какой... Ну, поддержать меня, в общем. Ну, короче, я вам все сказал. В общем, начинаем. Сегодня играем за новый старший научный сотрудник, как и всегда. Да, я сделал, обновил, чтобы вот такой, ну... Покруче выглядеть, посолиднее. Кстати, СБ сотрудников в принципе нормально, так что охрану можно запросить. Класса D тоже нормально. Что у нас научного отдела тоже достаточно. Мобильная оперативная группа есть. И хаоса нет, и администраторы. Администраторы тоже есть. Отлично. Значит, можем запрашивать на тестирование. Сейчас мы посмотрим. Будем сейчас тестировать объект 087. Если кто не знает, 087 это живая лестница. Ой, какая живая-то. Лестница, куда там идешь, спускаешься, и там тебя маска такая встречает и пугает. Вот, да. Кстати, я, да, за класс D, когда в прошлый раз играл, там, короче... В общем, посмотрим, ребят, все, сейчас я буду писать. Да, меня, кстати, попросили, чтобы я писал вот такие, ну, минус, ой, какой этот... Так, подчеркивание, как это называется, блин, забыл. Блин, минус, короче, ладно, пофиг, может, вспомню. Писать вот такими черточками, так как FPS падает, ну не знаю, ну чтобы круто выглядеть, не для меня так. Короче, запрашиваем в рацию. Ой, блин, что я пишу? Запрашиваю разрешение, блин,
разрешение у АД. Да, кстати, ребят, запрашивайте разрешение у АД, так как они, ну, короче, да, запрашивайте у администраторов. Запрашиваю разрешение у АД на проведение теста на объекте. Блин, объекте лестница. Вот. Запрашиваю разрешение у АД на проведение теста на объекте лестница. Ну, думаю, все понятно, все ясно. Надеюсь, она нормально все будет. И да, все, в рации хорошо отображается, без всяких там черточек. Все, ждем ответа у администратора и можем направляться. Сейчас дождемся. Почему? Кстати, звездочка, если, ребята, кто спросит, почему у меня звездочка в рации стоит, потому что это VIP. Ну да, за VIP, потому что у меня есть. Так, это морф, да-да-да-да-да. Надеюсь, хотя бы какой-то администратор ответит нам, разрешит, то есть, на проведение тестирования. Как-то странно почему-то, когда вот я один играю, у меня все прекрасно все выходит, а вот когда я снимаю видео, у меня какое-то говно, фигня какая-то. Почему так? Блин. Блин, ну ответьте кто-нибудь, блин, сейчас опять, ну что за херня? Блин, ждать ответа придется долго. Вот какой-то морф просит, ну зачем вот вам этот морф? Чего вам нужно? Вот изменение аватарки, что ли? Чего вам это дает? Да блин, опять морф ТП. Ну блин, тут кто-нибудь вообще РПшит или что? Запрашиваю. Кстати, надо скопировать, чтобы в прошлом, если мы еще раз будем проводить тесты, чтобы сразу. Блин, у АД. Что там, кто-то пришел? Это сотрудник научный. Запрашиваю разрешение у АД. Так, скопируем. Проведение теста на объекте лестница. Ну, помогите. Да что тебе помогите? Что там случилось? Ребят, ответьте, администрация, вы чё, алло, не работаете? Чё за хрень, а? 26... Алло, ребята, ответьте кто-нибудь. А, у меня даже в рации не отображается. Ну, круто. Прекрасно, блин. Круто, администраторы ответили какому-то кадету, а мне, значит, нифига, спасибо. Ах, блин. Директор совета, ну, директор совета, не, нафиг надо, у администраторов нужно просить. Блин, почему это отображается, алло, что за фигня? Администрация, вы там чё, не работаете? Ответьте кто-нибудь мне, пожалуйста, не игнорируйте старшего научного сотрудника. Кадет, зачем сюда пришел? Иди отсюда. Чё он сюда пришел? Нормально. Опа. Как это называется? Химия-штатив. Химия-штатив, нормально. Так, третий раз уже повторяю. МОК и ГБР запрещено покидать сектор 3 без весомой причины. Ну да, это правильно. Правильно все делают. Если они сейчас не ответят, я просто пойду в административный отдел и пойду запрашивать, не знаю, жаловаться пойду, короче. Я уже, наверное, буду потихоньку идти. Блин, исследователи, почему они не проверяют наши карточки? Я фиг его знает. А да и не... Ну... В этом фоде никто, похоже, не работает нормально. Просто на меня болт забили и не отвечают. Видимо, глухие. Кадету ответили, помогите, у меня нет воздуха, я за картой. Бывает. А мне, значит, нет. Я старший научный сотрудник, прошу разрешения у админ...
Спасибо, спасибо. Я только уже пошел к вам. Только к вам пошел, и уже они разрешают. Ну да, спасибо, спасибо вам. Одумались. Наконец-то я уже могу повесить нормальный тест на SCP-087. Надо еще написать спасибо, спасибо же, надо поблагодарить. Так, надо еще сотрудника СБ нанять одного. Ну, я у КПП не буду забирать одного СБшника, так как им и так нормально. У них как кому-то же надо охранять. Что здесь мог делать? А, это 409, я думаю, так, блок Д. Конфетки. Кстати, 1079, я про них не читал статью, но вроде бы это те конфеты, которые типа... А, нет, это... Нет, это вообще не то. Кстати, ребят, я завтра, получается, в среду... У нас на физкультуре будет... километры будем бежать. Надеюсь, у меня все получится. Так, берем одного сотрудника СБ. Сейчас наймем. Так, СБ. Сейчас, блин, что делать? Блин, СБ. Я проведу сам... Чё? Я проведу со мной, кадет, пойдем. Я проведу со мной, кадет, пойдем. Хорошо. Ребят, если чё, если я долго молчу, потому что я тут пишу, и у меня нету как-то... Так, берем одного сотрудника класса Д. Так, ты пойдешь. Тест. Ты пойдешь на тест. За мной. А? Да-да, ты пойдешь. Нормально? Ну, похоже, меня только капитан сопроводит, или это майор? А, это майор. Меня сопроводит сам майор. Вы что, ребят? Это майор СБ. Наконец-то нормально. Сейчас проведем эксперимент. Блин, вот мешается капитан. А где... Стоп, а где картинка? Нормально. Там на рамке не было картинки. А, зевая, привет, привет. А, ну, видимо, да, можно проходить. Видимо, блокпост так себе. Я думал, у нас будут... Кстати, вот когда я играю, там... Тут обычно карту проверяют на этом КПП. А тут что-то все забили болт. Видимо, тут... Всем пофиг, не работают ни черта. Майор меня сопровождает, да, но ты должен, наоборот, за классом идти, а не за мной. Так как ты должен смотреть за классом Д, потому что он может достать пистолет и меня пристрелить. Да. Тут какие-то разборки проводятся, ну и ладно, фиг с ними. У нас главное провести эксперимент. Так, вот сейчас мы... Подходим к SCP-лестнице 087. Сейчас будем проводить тест. Так, сейчас мы скажем правила. Итак, класс D. Так, твоя задача... Блин, я забываю все время про этот минус. Просто. Зайти в камеру и спускаться... По лестнице до самого конца.
Такое молчание. Ну, ребят, все, мы отправили его на смерть, так что ждем. Тут какая-то статья, нормально. Изучаем документ. Вот сейчас СБшник. Че это? Ну ладно. Что-то вот сейчас СБ неправильно поступил. Интерком. Интерком, наверное. Да, это интерком сообщает. Кто с радиоприемником играется? Да я сам не знаю. Это 08 этот. Какого? Искусственный интеллект балуется. Опять. Ну ему. Все. Куда СБ пошел? Все, можем возвращаться. Тест у нас, оказывается, все произошел успешно. Дэшка, как всегда, убит, ну то есть мертв. Тест, я считаю, был успешно, успешно проведен, так что можем идти докладывать администрацию. Ну так как администрации как-то пофиг, она слишком не сильно РПшит, не следят за научными сотрудниками, так что можем и докладывать. Ну все. Сейчас будем проводить эксперимент на вот этих конфетках, которые сейчас мы только что вот проходили, когда шли на тест на SCP-087. Вот там Дэшка что-то застрял, у него, похоже, лагает. Ну, агент, что ты будешь проверять мою карточку? Либо же он АФК. Видимо, он АФК. Ну ладно, я пройду просто. А, карта. Так, карта, все, так, вот. 4-го уровня. Угу, иди, все. Я прохожу. Вот так, да, вот именно вот так работают наши сотрудники. Не все, конечно, но. Да. Что-то они хотя бы делают. Так, старший научный сотрудник. 409-й, ну. Не знаю, что бы придумать, но может. Сейчас, так. Я бы сейчас подумаю, что можно сделать с 409-м. Наверное, сейчас проведем эксперимент на конфетках. Типа, скажем, Дэшке покушать их. И скажем, ну, типа, в скобочках напишем, в нейрп-чате напишем, что он должен сдохнуть. Ну, типа так. Дэшки уже пытаются сбежать, но у них это вряд ли получится, так как тут выхода все равно нет. Да. И у них тут бесконечное. Ой, Нет, почему? Заключение, короче, они заключенные здесь навечно сидят. Эти болваны пытаются что-то противопоставить, хотят сбежать, но ничего у них не получится. Блин, тут Дэшек до хрена. Сейчас бери у любого. У меня бы адекватного взять. Какого-нибудь. Так. Ребята, если что, вы смотрите в чат, что я там пишу, так что, если что, ну да.
Во-во-во-во. Так, записывает. Так, что-то я записал, да. Сейчас возьмем одного СБшника. Сейчас. Блин. Нахожусь в блоке. Блин, да что за фигня? Блин, что происходит? Неужели опять? Если эта музыка играет, то это ничего хорошего не... нас не радует. Блин, куда они уходят? Ой, ё-моё, что происходит? Так, ждем. Да, кстати, ребята, когда вы в первом секторе находитесь, вы находитесь, ну, когда вы на сервере этом будете играть, то можете не переживать и проводить тесты на вот таких, которые находятся в первом секторе. Так что разрешение запрашивать у АД не обязательно. Блин, вот эта музыка меня, наверное, перебивает, но я бы ее потише сделаю. Так вот. Вот так, чтобы сильно не орала, чтобы меня слышала. Ай, балбесы. Да. Я работаю на ГОК. Как ты можешь работать на ГОК, если ты за сотрудника класса Д? Гений, блин. Ах. Видимо, из сотрудников ФСБ никто не придет. А, ну да, всем пофиг. Ну ладно. Ладно, сейчас будем проводить эксперимент на 10.79. Сейчас, так, вот ты пойдешь со мной, и вот ты. За мной класс Д. На тест. Хотя бы СБшник, о, нормально, хотя бы один СБшник со мной пошел. Нормально. Это там что-то в рацию писал, запрашивал сотрудника СБ для сопровождения, но тут уже сам ко мне пришли. Так, сейчас проводим эксперимент, их сейчас промотивируем, ой, какое, проинформируем. Так, класс Д. Слушаем правила. Блин, ну а что за дурак, а? Какой-то салон, чем что-то я знаю, что... Блин, где? А. Ё-моё. Да, сохранить. Да ё-моё. А, всё, Shift X, нормально. Ребят, извиняюсь, это я. Чё ты делаешь, балбес? Ёкарный бабай, чё происходит? Я писать не могу. Ёп. Что происходит? Я не понимаю, что произошло, алло. Блин.
Что это? Я писать не могу. Алло! Блин, это сейчас вообще не кстати. Ёкарный бывает, что происходит? Блин, я не могу писать. Сейчас, извините, ребят, сейчас мы... У меня просто перестала писать клавиатура. А сейчас будет писать? Нет, а что за херня? В смысле? Алло? У меня клавиатура перестала работать. Алло, блин, что это? Ёкарный... Нет! Нет, ребят, это вообще... Нет! Блин, что происходит? У меня просто перестала писать клава. Алло? Алло? Блин, я не знаю, что произошло? В смысле? Клава, ты чё? У меня мышка работает, а сама клавиатура, я не пич... Ёкарный бабай, сейчас, подождите. Блин. Да ё-моё. Да блин. Нет. Чёрт. У меня все перестало работать. Я просто хотел это сделать и этот, как его, превьюшку, но у меня просто перестало работать чат. Ай, блин. Сейчас, ребят, извиняюсь, то, что сейчас я всякую фигню вам покажу, но просто... А здесь печатай, что? Что за фигня, ребят? Блин, я его сейчас вообще не нарочно, у меня просто... Сейчас все, наконец-то. Предупреждение. Блин, вот это сейчас вообще внезапно произошло. Блин. Вот сейчас я прямо как-то вообще... Еще раз повторяю. Ой, ну как ощущение? Ой, блин. Рот слипся. Слипся.
Да, потому что почему я убил его? Потому что он не так отыграл, как рассчитывался. Он должен был сдохнуть. Поэтому я решил его устранить. Приказал охраннику расстрелять его. Ну вот так вот. Жесткая жизнь. Нет, не жизнь класса D, да. Сейчас мы проведем. Вот сейчас он опять по РП не поступает. Как он может знать? Блин, я уже не знаю. Я его просто не буду как-то. Так, сейчас будем быстренько спросим разрешение у администрации. Так. Я хочу еще провести тестирование на объекте. Так. Запрашиваю. Блин, что за фигня? Что? Вы что, серьезно? В смысле? Блин, я то, что скопировал, у меня почему-то она. В смысле? Что? Ёкарный бабай, я когда просто скриншот сделал для превьюшки новой, у меня просто ничего не пишется. Что за фигня? Я еще не скопировал даже. Придется все заново писать. Так, разрешение от МТД. Да блин. Я прошу разрешение от ТД. Запрошу разрешение от ТД на проведение теста. На объекте. Так, что там? Блин, я уже забыл, на каком объекте. Блин, что за дичь? Так, 173 нам не пустят, 457 вряд ли он там будет в камере, потому что иногда вообще пропадает. 049 можно. У нас навряд ли там туда пустят, так как сектор 3. Не. Сейчас надо подумать, на каком можно провести тест. Черный пес, точно. Не-не-не-не, он сбежит. Эрик, точно. Игрушка Эрика. Эрика. Вот так вот. Угу. Надо еще скопировать, блин. Вот что за фигня? А тогда на проведение теста на объекте. Игрушка Эрика. Блин. Все. Старший менеджер сайта, ты вообще... Хотя я могу и у него спрашивать разрешение, ну ладно. Да. Все, нам два администратора разрешили проводить тест на объекте игрушка Эрика. Все, берем одного сотрудника класса D. Так, этого дурачка мы не берем, потому что он неразумный. Ну, нет, он не РП не отыгрывает, так что я его не буду брать. Так, мне нужно разумного. Мне вообще не полагается заходить за эту красную линию. Ну, типа, чего там ученый будет? Так, сейчас надо подумать, какого бы сотрудника класса D взять, который будет нормально меня слушать, все мои указания и правила. Блин, ребят, извиняюсь, что я не пишу вот с такой, с галочкой, извините.
Он опять написал, можно мне тест на каком-то объекте. Вот как может класс D знать, о каких объектах идет речь? Он же просто сотрудник класса D, это набираются из этих тюремных заключенных. Они откуда знают, что мы тут проводим эксперименты на каких-то аномальных объектах? Ну вот как? Это же не ПРП. Ах, ребят, вот что за фигня? Я вот не знаю, мне вот это разочаровывает, потому что некоторые просто наплевательски относятся к тем сотрудникам, которые РПшат, хотят попробовать отыграть свою роль нормально. Почему здесь ГБР стоит? Что за фигня? А, это нет, это вот этот. Лейтенант стоит, нормально. Техник СПС. Что за техник СПС? Ну ладно. Тест. Так. У нас тест. Все, короче, можем идти. Что за... ладно, фиг с ним. Блин. Тоже не... толком не охраняет, не работает. Понятно. И сотрудник СБ тоже. Надо вот так спрашивать, типа... карта, цель, разрешение. Почему этого они не делают? Ящерик там. Ну, нормально. Что за... Где? Понятно. Не знаю, как я вообще могу назвать этот тест удачным, но плохо, тоже все плохо получил. Ладно. Блин, фигня какая-то. Полная фигня. 0.35 я почему не иду на 0.35, потому что там это... просто как декорация стоит. Маска и все. Она никак не будет отображать SCP. 173, ты чё, дурак? Я не буду... Блин, я опять забыл вот эту черточку поставить. Ага. Какой из меня РПшер? Фиг его знает. Я еще и не знаю, куда я иду, блин. Такой дурачок отправился куда-то, блин, без разрешения администрации. Ну, разрешение на 087 мы получили, так что можем проводить на нем тест. А, тут уже идет. Ну ладно. И еще одного теста не будет. Хуже. Блин, опять тест. Нет, вообще фигня какая-то полнейшая.
Я еще молчу, блин, нет, мне не нравится. Тестирование мне вообще не нравится. В прошлый раз, когда я сам тут играл, в прошлый раз мне прям понравилось здесь играть, а тут люди рпшили нормально, а вот сейчас вообще фигня какая-то полнейшая получилась. Сейчас проведем тест до конца. Да. Первая превьюшка как-то, ну, не знаю, видео получилось, не знаю, веселое или хорошее, капец, тот чел. Понятно. Ну, ребят, в общем, на такой грустной нотке закончим, потому что... Ну, тут мало людей, которые рпшат, особенно... Класс D, просто не слушают правила, открывают двери, говорят какую-то дичь, фигню какую-то полнейшую. Сотрудники СБ, которые на КГБ постояли, толком не работали, поэтому... закончим это видео, все равно без толку будем. Если даже мы на каком-то другом SCP будем проводить тест, то тоже скучно какая-то фигня получится. Но зато у нас что-то веселое получилось, так как когда проводили тест на этих конфетках, 1079 вроде, у меня клава просто не заработала, фигня какая-то произошла. Я еще скриншот какой-то фиговый сделал. Ой, какой этот, какого, превьюшку какую-то фигню сделал. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, советуйте друзьям этот мой канал. Пишите в комментариях также, за кого мне в следующей серии поиграть. Ну а с вами был Валидолик, всем удачи, всем пока.